Доброе утро, уважаемые телезрители! Вас приветствует Кадор Фитнес Таирова. Меня зовут Костанич Марина, я тренер групповых программ. Сегодня я покажу вам несколько изолированных упражнений на ягодицы, которые вы можете использовать, также выполнять дома. Для этого нам понадобится коврик. Данное упражнение можно выполнять без веса. Опора на руки, ровные руки. Делаем 3 подхода по 15 раз. 15 раз на правую ногу. При подъеме делаем выдох. Обязательно в данном упражнении носок натянут на себя. Зажимаем сильно ягодицу вверху, задерживаем на несколько секунд. При этом меняем на левую ногу и выполняем также 15 раз. При подъеме обязательно выдох, живот втянут. Пятнадцать раз на правую ногу и 15 раз на левую. Далее переходим к выполнению второго упражнения. Также опора, ровные руки, живот втянут, ровная нога, носок натянут на себя. Поднимаем ногу вверх, при этом задерживаем ягодицы на несколько секунд. При подъеме делаем выдох. Данное упражнение выполняем в 3 подхода по 15 раз. 15 раз на правую ногу и 15 раз на левую. Не забываем вдох-выдох. Очень важно, обратите внимание, данное упражнение выполняется с втянутым животом. Нет прогибов поясницы и нет круглой спины. Все подтянуто, втянут живот, поясницу не прогибаем и на подъеме зафиксировали на несколько секунд, задержали ногу. С вами был Кадор Фитнес Таирова. Занимайтесь спортом. До новых встреч!